времени суток. Не удивляйтесь моей майке, я в ней играю в футбол. Вот, отдыхаю на природе периодически, ну, поддерживаю свой бренд. О чем бы хотел рассказать? О своем личном опыте и то, что меня, в принципе, ну, по-своему вдохновило. На самом деле, я очень много чего знаю, так как занимаюсь профессионально, ну, я так считаю, профессионально ремонт автомобилей Land Rover, какие аксессуары бывают, и то, что мне нравится, я, как правило, применяю. На самом деле, на свой автомобиль Range Rover, вот как я его купил, я никаких побрякушек на него не вешал. Я минималист, у меня спартанский подход, ничего такого у меня не вдохновило. Но появилась одна новая фишка, которая реально мне нужна. А, вру, я, кстати, омывайку поставил на камеру заднего вида. Да, вот это реально сделал, но это, скажем так, не оригинальная доп-опция. Это там наша доработка. Но не суть. Вернемся к тому, что я хотел бы рассказать. Меня реально вдохновила одна фишка, которая существует на рынке Китая. Значит, речь идет о багажном отделении. И когда у меня те или иные вещи валяются глубоко внутри, и, кстати, на предыдущем моем автомобиле, который был Discovery 4, у меня точно такая же проблема была. И когда я открывал багажник, мне, чтобы достать то, что там далеко, в реальном смысле слова, приходилось вставать на колени, в позу пьющего оленя и тянуться. И это реально мне нужно было делать. Особенно, когда что-то нужно в дороге, в пути, вот достать то, что вот скатилось назад в багажник. Все вы знаете, что существует много комплектаций Range Rover, и есть топовая комплектация автобиографии, у которых багажник реально сделан из красивого дерева. Там есть целая платформа, и она выезжает, и благодаря ей можно достать вещи, пододвинуть ближе к себе. И проблема заключается в том, что данный девайс в виде выдвижной платформы, он не является аксессуаром. Его нельзя купить как дополнительное оборудование, если у вас его нет. Она идет как отдельная запчасть к автомобилю, комплектации автобиографии. И стоит она сумасшедших денег. В районе 350-400 тысяч. Но Китай предлагает эту опцию сейчас. И я себе ее установил, и она мне реально понравилась. Давайте вот посмотрим, как это выглядит. Я открываю. Открываю нижнюю створку. И что мы видим? Я так для обозрения вот эту штучку подальше. Значит, у меня есть вещи, которые повседневной жизни здесь мне нужны. Там на тренировку, выезжать на аэродром. Дальше у меня там какие-то вещи. И вот смотрите, если раньше у меня не было вот этой красивой штучки, обратите внимание, да? Ну, Китай не Китаем, но признаки качества присутствуют. И когда ее раньше не было, если мне надо было достать что-то, я реально не доставал. Вот что-то я мог вот так достать, но мне проще было достать и с самого угла достать какую-то мелочную вещь, либо какую-то сумку, либо протолкнуть, либо достать. Сейчас же, смотрите, есть такая ручка, замочек. Вот, оператора просьба заснять. Она тоже смотрится симпатично. Вариантов, кстати, много таких вещей. Она реально фиксируется, она не двигается, то есть никаких дерганий не будет. Причем здесь под пружиной еще и такие есть замочки. Я нажал. Оба. И она прям ровно под срез выехала. Теперь у меня в доступе все вещи, которые лежали поближе, в том числе те, которые лежали сзади. Это реально очень удобно. Вот тут, кстати, я постоянно с собой присадки вожу. У меня есть и Винс, и Ликвимоль, кстати, и БГ. Ну, то есть все в реале, все онлайн, как говорится. И обязательно свои перчаточки. То есть я езжу на дизельном двигателе и, как видите, заправляюсь летом и зимой присадками. Ладно, это не суть. Теперь я хотел бы немножко осветить, как она выглядит, как устроена, и показать вам, что это все реально удобно. Заметьте, здесь есть еще вот такая перегородочка, она тоже фиксируется. Она может управляться путем того, что сдвигается либо сюда, либо вообще назад, если она вам не нужна. И вот обратите внимание, ну здесь как бы дерево, ну... Как это качество сработает со временем, мы посмотрим. То есть я буквально неделю назад себе ее установил. Я хочу понять, как она дальше работает. Если честно, вот если я, допустим, приезжаю, ну отчасти-то понты все равно присутствуют, ну, когда кто-то смотрит на какие-то там детали твоего автомобиля. Я заметил, что много моих друзей, знакомых, вот когда садятся ко мне в салон, я кого-то подвожу, или мы вместе едем, люди оглядываются, люди смотрят. Это приятно, да? Вот. Ну, мне самому приятно, когда я в нем еду, а еще знакомый товарищ подъезжает и смотрит. О, кто-то звонит. Давайте ответим. Hello. Отлично, спасибо. Спасибо.
Спасибо, спасибо огромное, спасибо. Угу. И вот только что поступила информация, что данный девайс, который я себе установил, он подходит и на Range Rover Sport, то есть модель LW. И еще также есть вот такие же девайсы от Китая и для Range Rover предыдущего поколения. Ну что ж, давайте теперь более детально осмотрим. Вы уже поняли, да, что реально интересная штучка. Видите, она ездит. Она фиксируется. Я чувствую, что она защелкнулась. Все. Дальше она твердо сидит. Причем легонько еще амортизирует. То есть никаких вот таких звуков, бряканий нет. Я отжал замок, вытащил, достал, что мне нужно. Удобно очень уложить сумки и при необходимости их закрепить вот этой перегородкой. И она туда немножко прижмется даже к дальним сиденьям. И сейчас мы все вещи снимем и более детально осветим, посмотрим, ну как камера, насколько она передаст, сделает ли для себя вывод, вообще девайс удобный или неудобный. Но все-таки я хотел бы еще сказать, вернемся к понтам. Когда вот так на ней подъезжаешь, и вот есть вот такие вот признаки, ну не на всех автомобилях присутствует такая красивая штучка. И если у вас ее нет, ну реально она немножко дополняет, да, вот этот металл, вот это вот дерево. Ну, дополняет немножко такой как бы красоты. Вот эта мелочь, все-таки приятно. Мне это понравилось. И самое главное, это реально практично. То есть вот сейчас вот я пользуюсь буквально неделю, мне вот эта штука вот, ну, очень как бы нравится. Все, вот мне надо достать что-то, я кого-то встречаю с вокзала или еще что-нибудь, вот эта штука реально нравится. Мне с собой постоянно нужно таскать сумки. Вы видите дорожный набор, вот, у меня всегда сумка там, допустим, на тренировку, либо там еще куда-то. Вот есть вещи, которые у меня постоянно присутствуют. И вот мне нравится, когда при помощи вот такого девайса в багажнике более-менее порядочек и еще симпатично. Ну, это мои личные эмоции. Сейчас мы покажем, как это все устроено, освободим от сумок все багажное отделение. Поехали. Теперь кратко, вот то, что мне удалось, как бы сказать, разобраться, буквально за неделю, как себе установил, опишу, какие здесь особенности устройства вот этого китайского девайса, который мне очень понравился. Значит, первое, доступ к запасному колесу. Значит, я чуть-чуть отодвигаю назад и поднимаю вверх. То есть все очень удобно. И есть еще вот такая штучка, так же, как и на капоте, вот если оператор прошу заснять, которая вот ставится вот сюда. Оп. Ну, понятное дело, что вот так вот дальше в штатном порядке запасное колесо достается. Этот девайс уживается с возможностью доступа и извлечения запасного колеса. И заметьте, что продумана даже вот такая штучка. Я смотрю на материалы, которые сделаны. В принципе, все аккуратно. Да, мы видим какие-то технологические соединения, но, скажем так, какого-то такого сплошного колхоза я не наблюдаю. Вот эти колесики, благодаря которым, в принципе, платформа передвигается. В принципе, все симпатично. Ну что ж, продолжаем дальше. Теперь далее я хотел бы обратить внимание на перегородочку. Вот эта перегородочка имеет фиксаторы и замочки. Нарисован замочек открыт. И кроме того, что они поворачиваются, для того, чтобы передвигаться, их надо чуть утопить. Вот в момент, когда я утапливаю, тогда она спокойно передвигается. И вот когда я чуть их утопил, они передвигаются свободно. Обратите внимание, что здесь есть пазы. То есть в самой направляющей вот есть пазы, вот в эти места она как бы и фиксируется. То есть у нее дискретная перемещение, не там, где захотел, остановился, а именно там, где она попадает в пазы. И что самое интересное, обратите внимание, вот я зафиксировал в этом пазу, и вот смотрите, видите, здесь же телескопические перегородки, а вот здесь шарниры. И ее, по вашему усмотрению, можно сделать вот так вот наискось. То есть вы можете по диагонали поделить пространство багажника, здесь что-то сюда, а вот здесь что-то сюда. И таким образом доступ удобно и отсюда. Либо вы можете разделить его на две части. Вот, зафиксировал я. И
У меня здесь какие-то сумки и здесь какие-то сумки. Это то, что я редко чем-то пользуюсь, но иногда, ну, к примеру, дорожный набор я сюда положил. А вот это то, что в оперативном порядке мне надо сделать. Если мы хотим полностью освободить, допустим, багажное отделение, то мы переместим все максимально назад на фиксаторы, зафиксировались. Все, и она будет в самом конце, и вам не мешает, и здесь у вас будет, ну, загружены сумки и все остальное. То есть для чего это удобно? Во-первых, я вот заметил, сейчас попрошу от оператора, вот когда у меня пустой багажник, я вхожу в какие-то резкие повороты, у меня есть дорожный набор, да, ну мне так удобно, либо еще какая-то другая сумка, и у меня начинает в резких поворотах что-то влево, что-то вправо уходить. Если мы это все вот так вот положим, либо вот так вот, и прижмем, вот, то никуда она ходить не будет, потому что она будет плотно прижата. То же самое касается каких-то других вещей. Для меня вот за недельную эксплуатацию, ну, все устраивает, мне это очень понравилось, и вроде бы на вид пока все добротно. И обратите внимание, что здесь тоже продумано. Это вот тот случай, когда ее нет, и мне надо достать что-то вот здесь. Вот видите, до конца мне приходится становиться вот так вот на коленочке. И здесь есть такая защитная шторочка. Это на тот случай, если вдруг что-то из предметов упадет. По крайней мере, она не упадет в нишу. Ну, вот эта ниша запасного колеса пошла. И чтобы эта вещь не зажалась, не попала, вот это, ну, реально продуманная штучка. То есть люди, которые делали этот девайс, реально брали аналог полностью оригинальный, скажем так, вот запчасти от автобиографии и повторили все вот эти мелочи. Это реально удобно. Поэтому эта шторка не будет лишней. И когда мы что-то закрываем, мы всегда можем, если что, извлечь, достать. Ну а теперь, что касаемо привычки и безопасности, связанной с этой привычкой. То есть, естественно, у многих из вас, у кого не было этого девайса, возможно, останется привычка не углядеть и оставить вот так вот. Ну, либо дальше, либо чуть ближе. И что произойдет, когда вы уйдете и нажмете автоматическое закрывание дверей с кнопки? На самом деле, завод-производитель все уже предусмотрел, и если вдруг возникает какое-то препятствие сверху, либо в нижней части, то они, естественно, отработают. И как отработают? Вот, вот таким образом. Пробует, не получается, все. Издался звуковой сигнал, что обнаружено препятствие, и она отработала обратно в исходное положение. Вы тогда придете, увидите, почему не закрылось, услышите звуковой сигнал, закроете и повторите процедуру заново. И после этого все будет работать как положено. Ну что ж, подведем итог. Данный девайс на автомобиль Range Rover, который я только что перед вами презентовал, имеет ряд реальных преимуществ. Я повторю, это то, что мне можно все вещи, которые расположены очень далеко, достать. У нас данная решеточка может выполнять любую конфигурацию, наискось, по диагонали, прижимать вещи. И доступ к запасному колесу. Ну и самое, что мне понравилось, это такой легкий элемент шика, красоты, дизайна. То, что есть не у всех машин. То, что заставляет задержать взгляд у прохожих, у ваших друзей, товарищей. Ну и в конце концов, практичность. Она этим меня и купила. Это Китай, говорю сразу. Оригинал стоит порядка 350 тысяч рублей. Это очень дорого, и я не вижу в этом ценности. Ну что ж, что касается нашего сервиса, мы, естественно, продаем и предлагаем данный девайс, который лично мне очень понравился. И более того, мы его не собирались продавать, когда я сам не задался вопросом и не попросил наших специалистов найти на рынке, подобрать, найти поставщиков. И первый, кто его установил в нашем сервисе, это я. Это не клиент, это я. И мне он реально понравился. И я хочу поделиться вот этими эмоциями не в том плане, чтобы вам продать, а сказать, что конкретно для меня это очень полезно. Стоить он будет 8 тысяч рублей под ключ. И более того, я спешу поделиться нашим предложением до конца сентября, если вдруг у кого-то появилось желание, во-первых, посмотреть,
позвоните, я приеду, чтобы моя машина была в сервисе, либо я буду, либо просто будет моя машина. Вы это пощупаете своими руками, увидите, как это работает, подвигаете, посмотрите и скажете, ну да, меня устраивает. И вы тогда можете приобрести данный девайс со скидкой 15 тысяч рублей, то есть за 65 тысяч рублей под ключ. Если вдруг так окажется, что в течение сентября вы приезжаете, либо звоните, а его уже у нас нет в наличии, тогда вы за эти же деньги можете осуществить предзаказ. И в течение недели, может быть, двух, ваш девайс придет, и мы вам тут же установим. Ну, по крайней мере, будет реализована обещанная нами цена – 65 тысяч рублей. В общем, кому интересно, давайте пробовать вместе, давайте ставить. Более того, если вы найдете где-то на просторах интернета другие предложения, пишите это в комментариях. Если у кого-то есть опыт, и он уже все устанавливал, и там есть какие-то нюансы, либо негативные последствия, то тоже, пожалуйста, напишите, это будет полезно всем нашим подписчикам. Потому что эта фишка прикольная. Ну, 400 тысяч рублей платить за оригинальную я не готов. А вот такая сумма, как 80, ну, это вполне приемлемо. Тем более для такого прекрасного автомобиля, как Range Rover. Но вот эта штука вписывается. Вот это Range Rover. А вот это не совсем Range Rover. Вот когда вот весь багажник вот такой, и пусть даже резиновый коврик, не очень. А вот эта штучка, вот это Range Rover. Что-то такое классное. Ну что, желаю всем удачи. Спешу поделиться этой радостью. Это реально меня радует. Вот что еще зажигает меня лично? Вот так как бы ничего, а вот так оба-на. Видите, да? И как бы... Ну, красиво. Ну, а если вы на пикничке, да, просто вы как бы достали. Ну, иногда бывают люди, которые любят посидеть. У меня нет с собой этих аксессуаров, но стол отменный. Рюмочки, что-то такое, коньячок. Здесь можно винчишко, маленькая закусочка. Ну, иногда бывают жизненные ситуации, когда это нужно сделать. Может быть, это дача, может быть, охота, может быть, рыбалка, а может быть, просто где-то на природе. Красивая. Удачи.